Буэнос диас, мис керидос амигос. Ядерный рассвет вновь заряд ваш экран, это значит, что мы начинаем, мать его, Detroit Become Human. Ух, я долго над этим думал, но в итоге пришел к ней, поэтому сажайте жопу поудобнее, хватайте ништячки и поскакали. Хуя ты трюкач. Ебать мой хуя. Надеюсь, он не будет материться, как я. Переговорщик прибыл. Повторяю. Переговорщик прибыл. О. Это я. Нет, стойте. Я не могу ее оставить. Хуя, тут оказывается мышью как стиком придется пользоваться. С помощью левого контрола я меняю углы обзора. О, рыбка. Буль, ёпта. Поплыли. А, точно, ты же рыба, ты молчишь. Умоляю вас, спасите мою девочку. Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, мы идёмте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Хуя, сай-фай, блин. Я, по-моему, первые минут 20 буду охуевать на тему того... Опа. Они все долбанулись. Капитан Аллен, мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера мы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. У этой машины ранее уже случались сбои? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Так, а это чё? Ага. Так. Ага, то есть он. Ага. Так, то есть он схватил ствол. Какого хера? Каков пиздец? Внимание,
То есть мы знаем, кто это. Так, он забежал в комнату. И получил пару пуль, если я не оглох. Под столом ствол мента. Ох ты ж ёбаный. Блять, с управлением никак не освоится. Так. Модель 9 PL600. Так чего мы ждем? Пристрелить его и все. Он же прямо на мячике. Блять, с того ракурса не видно ни херища. Так, здесь еще есть где покопаться. Вон там что-то интересное. Конкретно вон там тушка лежит. Так. Казалось бы, шоу этой статуэтки меня может заинтересовать. Так, ага, опять реконструкция. Так, не знаем кто. Пулевое. 355 калибр. Перфорация левой почки, фатальная травма брюшной полости. Да, отлетел он нормально. Держал нечто в руках. И вот это нечто. Опа. Так, где еще? Так. Опа, еще две. Ага. Так-так. Интересно. Ну-ка. Андрюха пронюхал, что его собираются менять.
Да, музыка достаточно громко играет. Так, что-то я еще, скорее всего, прозевал. Нет, целая нихуя. Выкатываемся. Так. Тишина и покой, блядь. Так, 74%. Опаньки. Туда. Так, суп уже давно убежал. Пацанам дела нет. Так, а здесь что где? Ага. По всем признакам, силы полиции готовятся атаковать. И? Уже больше часа ребенка удерживают в заложниках на верхнем этаже высотного здания в центре Детройта. Пока мы не располагаем деталями происшествия, но вероятно, что преступник семейный андроид. По неподтвержденным данным, погиб один член семьи и офицер полиции. На сегодня это может быть первый случай совершения андроидом умышленного убийства. Так. Пришел тебя выручить. Ну и нахрена вы прилетели? Я тоже андроид, как и ты. И я тебя понимаю. А мне-то какая разница, что ты андроид? Ты на их стороне. Ты не можешь понять, что я чувствую. Вы с Сэммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Да нет! Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен, а был игрушка, которую можно выбросить, как надоест. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил их, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Все, ситуация под контролем. Не знаю, правильно ли я сделал. Thank you.
Это твой последний шанс! Упустишь, и тебя точно убьют! Отдай ребенка! Другого выбора нет! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль! Отъеду от города, отпущу ее! Это невозможно, Даниэль! Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят! Ну? Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно. Я поверю. Снайперюга. Пришлось спиздеть, но... Если ты взял заложники ребенка, другого варианта у меня для тебя нет. Сволочная хуйня. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне. Может, действительно надо было ему сказать, что за ним наблюдает снайпер, и если что, ему просто пусть пулю. Так, что-то еще отходило от имени Девианта. Угу. Где-то я мог, видимо, сохранить ему жизнь, но... Блядь. АХ-400, говорите. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовят 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. На двух старых языках и диалектах. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Вау. Мило, это просто класс. Именно то, что нам нужно. Предложение. $7,999 плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Что-то я тут должен увидеть. Мы берем. Переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник в дом. Ну а вот это почем? Это MP800, чуть подороже, но и функции, конечно, гораздо больше. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функции побольше. Весит этот хлыщ. Вот она. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Ой, блядь. Да уж. Депрессивные места, однако, товарищи.
Нам пока что показали духа. Сука! It's the ass. Блять, вроде должен быть эпичный момент, но у меня ржачно до ужаса. Тысяча 38 год. Что-то мне слабо верится, что это будет через 15 лет. Хуй знает, товарищ. Хуй знает. Вот эти вот все игры про будущее, это... Блядь, такая вкусовщина. Я писал работу из-за андроида. Прикольно. По крайней мере, андроидов такого уровня я хуй знает. Ставлю на то, что мы не увидим их еще лет 30. Ну, это, грубо говоря... Ладно, хуй с ним. Хорош шутить. Возьмем пока паузу и увидимся в следующей серии. Спасибо всем, кто наблюдал, и адьос, братва.